Ну что, всем привет. У Ринки сегодня на обед вот такие вкусные блинчики. Низкокалорийные и полезные. Всем приятного аппетита. Кушайте вместе со мной. Также сметана. Варенье. Варенье, короче, смородина. Всем приятного аппетита. Давайте, девочки, покушаем. И поговорим с вами сегодня. Ой, что вы там? Что, скучаете без Иринки? Я знаю, что скучаете. Блинчики, блинчики, блинчики. Вкусно и полезно. Ой. Ой, какие люди все-таки, говорят, в Париже испугаются такого бомба. Чего бомба? Ну ладно, хорошо. О, вот так, короче, делаем. Как вкусно. Блинчики тоненькие. Между прочим, в этих блинчиках даже нету ни одного яичка. Ой. Вот так вот. А с чего вы взяли, что собака голодная? Собака у нас сытая всегда. Вкусно. Эх, говорит, значит, завтра пироги. Нет. Вы не угадали. У нас тоже такая погода замечательная. Вот. Ну чё, блин, чё он не хочет браться? Один, нет, через два тут. Умеете такие блинчики печь? Тоненькие. Смотрите. Кто-то же там хотел яринкиных блинчиков. Ну, сгущенки у Ринки нету. Во-первых, сгущенка сейчас какая-то не очень вкусная. Ну, знаете, самим как-то мне варить неохота свою сгущенку. Очень много мороки, чтобы варить сгущенку. Мозг как майонезом заплыл. Чё, фу-фу? Ой, вы же сами не знаете, что написать, какой комментарий. Это с вами собака общается, Мишка. Говорит, вы чё, распоясались, да? Не, блин, вообще бомба. Короче, знаете, как они готовятся? Берете 50% молока, 50% воды. Сода, сахар, соль. Ну, по вкусу, да? Ну и все, замешиваем. И никакой, никаких яиц. А ну можете подсолнечного масла полить в тесто, чтобы жирненько было.
Это вообще обалденно. А знаете, что я еще хочу? Хочу завтра, короче, сделать пуреху. Напечь блины. И завернуть блины пуреху. Я думаю, будет шикарно. В шикарном отеле. Говорит, не пой, нам это не нравится. Ну, нравится, не нравится, спи, моя красавица, как говорится, да? Надо пойти погулять, что ли, как вы думаете? Или не пойти погулять с такой чечёлком. Знаете, такая информация для вас. Не поеду я к Серёге, короче. Казахстан. Что там делать в Казахстане? Не хочу. Я поеду в Крым. Вот Максик скоро получит зарплату. И купит мне билеты. Но самолеты туда не летают. Придется ехать поездом. Так что... Вот как-то так. Поеду я в Крым. Да ты уже езжай куда-нибудь, да? Не, ну я сначала это... У меня прежде чем ехать, надо дела сделать тут. А дел-то много в Уренке. Надо посетить больничку, полежать. Ну, чтоб Максика не покусать там. Ну вот, как-то так. Привет, Иринка, что у тебя за соус? Короче, берете соленый огурец, терете, добавляете майонезика или сметанки. Ну что вам больше нравится? Все, вот вам соус. Быстро и вкусно. Ой. Блянчики. Не, у меня Настя печет блины на рисовой муке. Говорит, типа она сытная и менее калорийная. Ну, не знаю. Я на рисовой муке не пробовала блины. Не могу сказать. Это ее родственник. Ё-моё.
Он так желаете познакомиться с моими родственниками? Кстати, вы посчитали, сколько блинов я съела? Еще 3 осталось. Мне не жирно, вам не знаю. Блинчики, блинчики, очень вкусные блины. Скоро же масленица. Ну как скоро? Ну, относительно скоро. Что она там? В конце марта, да? Масленичная неделя. А потом будем чучело сжигать. Прощаться с весной. Тут на окошке кошка сидит. Вот он и лает на нее. Он говорит, голодный, голодный. Да где он голодный? Его кормят лучше, чем вас. Так что вот как-то так, да. Блинчик. Блинчик, блинчик, блянчик. Сметана у нас хорошая. Сколько там жирности? 20%. Эх. Я так-то люблю домашнюю сметану. Чтобы там ложка стояла. Ну, это все. Крайний блинчик. Это родственник, родственник. Сила, говорит, нету, у него лает. Картошка. А что, картошка, это тоже очень хороший продукт. Мелит, говорит, она мелит. Мелят, знаете, где? На мельнице. Угу. Это не Иринка, это Ириша. Нет, я Ирина Сергеевна. Почаще и с улыбочкой. Я думала, да в суп попала. Как я могу пряник съесть с пакетом? Вы что? Ну, я же вам не лебедь. Чтобы пряник с пакетом есть. Качала павшую звезду.
На том звезду. Ладно, что-то я уж не то. Варенье. Блин. Варенье. Вот и все. Кончились блинчики. Блинчики были очень вкусные и полезные. Ну да, Ирина Сергеевна все полезно. Что Иринке в рот полезло. Так что, вот так вот, мальчики и девочки. Сейчас, короче, пойду погуляю. Возьму с собой Маринку. Не, она мне не родственница, она моя соседка. Ну так вот. Не знаю, может до лесу дойти. А может и не стоит. Ой. Ягода малинка, о-о-о. Ой, ну я объелась. Аж не могу. Ну, конечно, да. Лампы хватило на всю семью, да-да-да. Я не спорю. Кстати, я не считала, сколько там было блинов. Посчитайте. А причем мне не жирно, вам не знаю. Вот это да. Че, я не могу. Ну, конечно, как вы бы написали, столько жрать я бы тоже не мог. Да я еще мало поела, это первый раз за день. Что теперь? Это было очень вкусно. У вас там слюнки потекли, а я уже наелась. Слюнки у меня не текут. Вот так вот. Ну, все, девочки и мальчики. Приятного вам просмотра, делайте блинчики. Кушайте. Всем пока-пока.